днем, поэтому я не умру в 12.00. Будем играть с вами. Так, только сейчас кто-то ливнул, надо будет дождаться последнего 24-го. Почти как взрослый, да. Колик Ми говорит: Миша, привет, извини, что не по теме, но подскажи, когда появится билет на стримфест от Майкера. Они должны уже там доступны быть. Смотрю с Ютуба и сижу в чате ГГ с приложением только из-за возможности поставить на паузу и продолжить потом просмотр. Да, это хорошая функция. Обычно ты в 12 превращаешься в тыкву. Но если я просыпаюсь где-то в 9:30, то да, к 12 часам я уже начинаю клевать носом. Турнир сегодня закончится? Не-не-не-не-не. Сегодня только он будет до воскресенья идти. То есть каждый день у нас приблизительно в одно и то же время, может быть, и в одно и то же время будут стартовать матчи. В 7 часов, кажется. Так же, как и сегодня. Поэтому я проанонсирую на завтра трансляцию. Там будет, соответственно, Соник. Ну, все, кто сегодня вот во вторых полуфиналах в каждой группе будет играть завтра. А помнишь, как Хавк вас выиграл в турнире 4 на 4 как раз с Ремонем в тиме? Нет, я помню, как Хавка ФФшечку выиграл именно на турнирной ФФшечке. Ну как, я там топ-2 был, а Хавка топ-3. И помню, как Хавк у нас... Эльфы! Люблю эльфов, они такие классные. Моя любимая раса. Включаем музыку, которую я выключал специально, чтобы... И тут пошла композиция. Так, респ не самый удачный. Ходят слухи, что донат в 5 рублей продлевает магию, макер не превращается в тыкву. Да нет, дело не в донате. Вы что? Спасибо за стрим, но начинается футбол, удачи в ФФА. Эй! Какой футбол, ты что? Ты бы еще там КХЛ пошел смотреть. Что закидал, надо запомнить. Книта, ну ладно. Смотри, Книта. А на официальном сайте StreamFest написано «Скоро в продаже». А мне кажется, у них там общие такие проблемы. То есть, если на меня нет билета, то, скорее всего, и на других тоже нет билета. Как только появится, я начну активнее эту тему пиарить, потому что... КХЛ реально должны за рекламу. Не, не должны. Мы им сделали такую антирекламу прекрасную. Я не знаю, как у них там по цифрам, но судя по количеству просмотров ролика на YouTube и тех отзывов, которые были и в новости, и в теме на форуме, у них очень серьезные репутационные потери после этого дела, после освещения. Так что... Хамто говорит, наконец-то контент пошел. Adverse говорит, не успел докачать сварик. Тогда за пиар. Ну да, тогда за пиар. Но я никогда больше не буду смотреть. Я и не смотрел, и мне теперь не заставят смотреть континентальную хоккейную лигу. Я вообще небольшой фанат. Я готов, жду приказа. Приказ поняла. Готов, хочешь что-нибудь взорвать? Твой ход. Тебе и понравится мой новый рецепт? Сейчас что-нибудь взорвем! Так, тут опасный момент, потому что и сверху от меня, и снизу от меня есть люди. Я решил через рейд, чтобы не сильно тратиться по мане, но темп... Так, надо вот так сделать все-таки. Может, по коктейлю? Упакован под горлышко и готов ко всему. Осетка могла даже немножко больше темп подать, но учитывая то, что противники были разделены... Упакован под горлышко и готов ко всему. Тебе понравится мой новый рецепт? Может, по коктейлю? Хочешь... Так, а сколько у нас виспов на лесе? Нормально. Делаем грейд на следующий тир. Начнем с этой зеленой точки. Закажем арчей. Ждем. Два барака — это стандартная такая штука, чтобы отбиваться, если что. У меня андед под боком. Погнали. Наши воины вступили в бой. Ой, Димка идет уже. Может, слишком просто. Я готов. Не торопи. Тёп будет. Твой ход. Не Тебе проблема. Тебе понравится мой новый рецепт?
Жду приказа. Наши воины. Хочешь что-нибудь взорвать? Я понимаю, что с Demon Hunter'ом лучше сейчас не пересекаться, потому что моноберные никто не отменял. Твой ход. Жду приказа. Может, по коктейлю? Тебе понравится мой новый рецепт? Упакован под горлышко и готов ко всему. Наши воины вступили в бой. Хочешь что-нибудь взорвать? Блин. Может, по коктейлю? Может, жду по коктейлю? Хочешь что-нибудь взорвать? Приказ поняла. Ни слова больше. Упакован под горлышко и готов ко всему. Кому чего намешать? Тебе понравится мой новый твой рецепт? Ход. Упакован. Красиво. Под горлышко и готов ко всему. Видели? Я готов. Может, по коктейлю? Не торопи. Вот. Понравится мой новый рецепт. Хороший диспол был на 4 скелетов сразу. Все желание пропадает. Мой новый рецепт. Ну, здесь на карте очень серьезная конкуренция, потому что прокрепиться крайне сложно. Упакован под горлышко и готов ко всему. Может, пока коктейль? Я готов. Кому чего намешать? Все будет. Сейчас что-нибудь взорвем. Тебе понравится мой новый рецепт? Хочешь что-нибудь взорвать? И большая удача, что я, по крайней мере, в центре одну собрал точку. Не факт, что хватит на вторую. Я не уверен, что надо сейчас идти вперед, потому что чем дальше ты уходишь, тем меньше вероятности, что без телепорта успеешь уйти. Там Блэдмастер выбил артефакт. Нельзя мне сюда... А внизу, скорее всего, тоже уже все зачищено. Надо проверить, конечно, но время, да. Все, теперь надо, главное, вернуться, не используя телепорт. Берем следующего героя. Не забыть, что... А почему не пронумеровалось-то, ну, Миш? Сюда можно пройти и посмотреть, вдруг еще оранжевую точку не закрепили. Тут ставчик взять сразу же. Эту сетку взять нет, там Варден уже. Но этот товарищ кажется не очень опытным. Слишком большое количество футменов. Но у меня два андеда под боком, вот это проблема. Что с двумя андедов ты быстро не убиваешь. Понимаете, не убиваешь ты быстро андедов. Просто по расовому признаку такая вот тема идет. Сейчас посмотрим, что за второй герой. Кличевка весьма неплохой герой. Потому что без ограничения по количеству целей можно будет потом в гиппосов играть. Ну, именно в массу гиппосов. Потому что тех же самых гарк или вражеских гиппосов можно новые штрафовать. В целом, мне кажется, андед, который справа, он более уязвим. Надо попробовать его немножко поджать. Начну с зеленой точки наверху. Испов не хватает. А, там гарги. Так, у него тут ничего же нет. Ну, не рубки, это не серьезно. Все. Хочешь что-нибудь взорвать? Сейчас как намешаю! Хочешь что-нибудь взорвать? Тебе понравится мой новый рецепт? Это плохо уже. Упакован под горлышко и готов ко всему. Жду держаться. Может, пока коктейль? Приказывай. Тебе понравится мой новый рецепт? Приказывай. Упакован под горлышко и готов ко всему. Чуть отступим. Хочешь что-нибудь? Хантерс Холл нужен был. Хочешь что-нибудь взорвать? Твоим услугам.
упакован под горлышкой и готов ко всему. Тебе понравится мой новый рецепт? Проси, что хочешь. Наши воины вступили в бой. Да, это было неплохо. Может, по коктейлю? Сейчас возьмем марбум. Жалко, что я алхимика ни в лечении не прокачал. Под горлышкой готов ко всему. Не торопи! Кому чего намешать? Наше время настало. Проси, что хочешь. Лечь арба, лечь, а лечить. Хочешь что-нибудь зажрать? Судьбой. Тебе понравится мой новый рецепт? Просто сейчас негде лечиться. Понимаете? Может, по коктейлю? Не факт, что мне удастся его добить. Будет. Упакован а хотелось бы. Слуга. Став не взял. Хочешь что-нибудь взорвать? Жду приказа. Хочешь что-нибудь взорвать? Упакован под горлышко и готов ко всему. Готов. Тебе понравится мой новый рецепт? Может, по коктейлю? Давай потихонечку. Может, по коктейлю? Приказ. Упакован под горлышко и готов ко всему. Тебе. Он строит гарк, это не совсем рецепт. Правильный выбор. Приказ. Хочешь что-нибудь взорвать? Ряди, уклоняйся, кретин. Я поклялся. Он начинает бить лича, это тоже неправильно. Хочешь что-нибудь взорвать? Кому чего намешать? Исследование под горлышкой готов ко всему. К твоим услугам. Тебе понравится мой новый рецепт? Проси, что хочешь что-нибудь взорвать? Тебе понравится мой новый рецепт? Опять же, осидочком. Гарги разваливаются. Я криво, конечно, все делаю тоже. Надо как-то быстрее его убить. Гарги падают. Да медведь здесь может помочь. Может, по коктейлю? Тебе понравится мой новый рецепт? Недостаточно золота. Жалко, что я не успел его быстро убить. Может, по коктейлю? Хочешь что-нибудь взорвать? Упакован под горлышко и готов ко всему. Хочешь что-нибудь взорвать? Гага, хорошо. Давай, делаем меткость. Да, делаем виспов, потому что сейчас много леса нужно будет. Сейчас быстро освободим место. Исследование завершено. Сейчас что-нибудь взорвем! Поставим базу. Блин, это для того, чтобы... Для того, чтобы сделать медведя, нужно выходить из лимита 50, при том, что... Ну, я не совсем готов сейчас с одной базы выходить. Возможно, даже стоит... Стоит потерпеть немножечко. И надо было в следующий раз алхимика качать на хил. Более универсальная штука. Ты не так привязан к медведям. Исследование завершено. Тебе понравится мой новый рецепт? Может, по коктейлю? Тебе понравится мой новый рецепт? Сейчас вернемся, восстановимся. Потом будем надеяться, что в центре еще не все потеряно. Ну, что будет возможность что-то подкрепить. Хочешь что-нибудь взорвать? Нужны ботинки для лича. Кому чего намешать? Твой ход. Хочешь что-нибудь взорвать? Проси, что хочешь. Нужна арба для алхимика. Тебе понравится мой новый рецепт? Кое-как подлечились. Базу ставим, соседа пока не трогаем. Алижака, привет. Сейчас проверю все-таки здесь. Вдруг там есть кто-то. Можно сначала забрать. Ну, мне кажется, Андет его уже закрепить должен был, эту точку. Нет, не закрепил, это хорошо. Ну что, погнали. Упакован под горлышко и готов. Я
Блин, я опять не это самое. У меня отображение индикаторов здоровья не такое, как я хотел. Флянт мощи алхимику. Спящий пробудился. Окей. Ну, выходим из лимита по-любому. Понятно, что по-другому никак. Блин, здесь еще не закреплено. Ой, ну а как здесь-то, а? Это же дичь. Меня тут разуплотняют. Ой, сверх, 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 сверх. Хорошо, что он еще такой слоупочный немножко оказался. Но, увы. Ой, телепорт же сейчас по 325. Это я забыл. А ну, дура. Может, у нас мало времени? Конечно. Жду приказа. Исследование завершено. Угу. Давай сразу третью базу сюда попробуем. Ну, он закрепил, скорее всего, эту красную. Даже несмотря на то, что у него грифон. Нет, не закрепил. Тогда повезло. Что тут скажешь? Тогда просто повезло. Стаб я так и не купил. Хотел, но не купил. Плита метки шикарны. Ну, в центре никого, как вы видите. Здесь Just Walk есть. Ой, а лично умрешь с меня. А, вообще никого не потерял. Что? Круто расконтролил. Случайно так получилось. Приятно. Мне ничего не нужно, все есть. Спасибо, красавица. Так, делаем апгрейды, ставим третью базу. Дриадок отстрелил, там, кажется, медведя одного убил. Телепорт взяли. Жду приказа. Может... Приказывай. Надо третьего героя брать уже потихоньку. Упакован под горлышко и готов ко всему. А, став же нужно купить совсем. Тебе нравится мой новый рецепт? Ворон Фола говорит нет. Маме привет. Хочешь что-нибудь взорвать? Так, это же классика. Как и... Так, побежали, закупаемся. В целом можно потихоньку шредер, закупочка базовая. Здание готово. Под горлышко и готов ко всему. Может, пока к коктейлю? Сейчас. Хочешь что-нибудь взорвать? Блин, а там все еще. Капец. Очень хорошо здесь поймали его. Так, что есть? А, когти плюс 5 фигня, блинк даггер. Чисто побери, да, молодец, молодец. Сейчас мы возьмем шедером. Очень полезная штука. Да, заказываемся, берем следующего героя, закупим ботинки туда, ботинки сюда. Грейды, 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 продолжаем. Приказывай. Личевку взял, алхимик взял. Ну, ресурсы не копятся. Это уже хороший
хороший знак. Корона королей есть, но денег на нее пока что не хватает. Но это полезный артефакт, особенно для таких тоже героев. Уже в пути. Сейчас посмотрим, что... Не, давай лучше отменим даже героя, чтобы пораньше купить корону. Ну, важнее сейчас этот артефакт. Этих тоже, наверное, надо превратить. Еще два виспа, одного сюда. Мне кажется, надо на север идти. Там того же самого партизана пытаться убивать. Но надо дозаказывать следующего героя, потому что, ну, эти уже приближаются к ультам. И проще, точнее, полезнее там какого-то нарандомить героя, его прокачать базово, чем... А что по апгрейдам? По апгрейдам ровненько, потихонечку. Упакован под горлышко и готов ко всему. Конечно. Хочешь что-нибудь взорвать? Медведи помогают. Nature Blessing делаем. Надо укрепиться снизу, раз уж мы идем наверх. Хотя бы базово. Тем более виспы мне не нужны на лесе, которые добывают. Блин, дагер хорош. Я понимаю, что для того же самого алхимика блинг был бы хорошим решением. Но он дорогой. Но нужный. Вот Таурен реально. Кто-то говорит, что Таурен выйдет. Таурен выходит. Ну там писал, отменил герой, говорит, секфолд. А там Таурен готовился выйти. Все нормально. Таурена я сразу затариваю. Ему бы желательно еще взять какой-нибудь эвейжен. Анудора. Вот, далее потихонечку, я не знаю, там пару талонов добавим. Жду. Такой у него голос просто. Возьмем фолиант интеллекта. Здание готово. Хочешь что-нибудь взорвать? Здание готово. Нравится мой новый рецепт. Вот, и потихонечку, я думаю, химера надо добавлять, для того, чтобы, по крайней мере, Таурена убивать. Что? И надо сейчас правильно поразменяться. То есть Таурена мы берем ботинки, серклетку, инвул и блинкдаггер, а даже, возможно, передадим ему корону королей. Что Таурен здесь самый главный человек. Что? Да, вот так сделаем. Ну, он первого уровня пока не очень плотный. А так, он уже как будто там четвертого уровня по количеству здоровья. И маны. Три базы работает, маловато все равно, как вы видите. Но хорошо, что нам, по крайней мере, позволяют закупаться. Взял блинкдаггер и пойдем куда-нибудь просто на рандоме. Грейды сделаны какие-то. Ну и далеко не все вообще. Но здесь за счет героев можно повыруливать. Учитывая трансмьют, осидку, третью нову в перспективе. Смотрим, живой ли андед или нет. Партизан живой. Андед живой. Но не очень живой. Осидочка, третья нова, сейчас развал будет. У нее недоделанный... Не, доделан. Как там присты отваливаются? Партизан пишет ГГ. ГГшечка, так, теперь... Убираем всех, кроме Таурена. Пусть он там убивает. Убивает. Нормально же ворвались, да? Мне понравилось. Слушай, Таурен здесь на... Должен наубивать. Получить экспы на рабочих, там, на героя.
Лично куда ты? Ну ё-моё, что ж ты отъедаешь, что у меня всё? Медведи регенятся. Давай химерок построим. Таурен уже с том берем. На первом уровне, я думал, для такого лимита полезнее было как раз взять... А, ой. Ой. Да там уже подошел враг. Undead. А у меня телепорта нет. У-у-у. Но в целом вроде как нормально. У нас армия не то чтобы совсем подходящая под этот тип армии. Ну, под врага имеется в виду, но думаю, норм. Тем более он сидит там в дефе. Я думаю, вполне мы можем с ним посражаться, даже несмотря на некровагоны. Ну, еще слабенькие герои у него. Начинаем делать химер. Убили всех героев, отступили. И ну а чё? ДМК пишет ГГ. ГГ, отлично. Меня вполне это устраивает. Еще одного человека убили. Просто. Сейчас отправим, скажем, лечевку сюда, алхимика сюда же. Все, дальше спокойно выходим в туда, куда надо. Таурен докачивается здесь еще. Ну, на вышках, например, на акалитах, опять же. Восстанавливаемся. Химеру отменяем. Но надо будет сейчас гиппосов уже с гиппарчеров переводить в... Кольцо плюс 4 слабовато. Но для алхимика даже вместо осетки кольцо плюс 4 было бы лучше. Не знаю. Ой. Не-не-не-не. Почему я не телепортировался? Блин. Такой дебил просто. Почему не стафан? Ну, стафа у меня не было, окей. Вообще глупость сделал. Недооценил, что меня там спокойно забирают. Начал зачем-то кастовать в разные стороны. Ну, дурачок. Растерялся. Просто растерялся. Медведи, кстати, тоже не особо нужны в таком количестве. Я бы избавился от одного, по крайней мере. Продакшена нужно добавлять. Упакован под горлышко и готов ко всему. Может, пока коктейлю? Не буди, да. Взорвать? Хочешь что-нибудь взорвать? Исследование завершено. Что? Приказ. Я не сплю. Я не сплю. Ладно, давай одного... Сейчас. Может, пока коктейлю? Вот так и так. Убиваем двух медведей. Да надо химер добавлять. Я бы избавился еще и от арчей. Ну, слишком много лимита у это мне стоит. Так, я хотя бы смогу больше сделать гиппогрифов. Хорошо сочетаются с лечом, с третьей новой, с осидкой. Алхимик тут, конечно, тоже мешается немного. Ну и, наверное, надо сейчас выходить просто из лимита 80. Все, гиппосы полетели. Кто у нас здесь? Бубас, 3-5, это несерьезно. Погнали. Упакован под горлышко и готов ко всему.
Хочешь что-нибудь взорвать? Может, пока коктейлю? Что? Исследование. Хочешь что-нибудь взорвать? Я тебе понравится мой новый рецепт? Все будет. Я так мажу. Жесть. Ладно, давайте Буба так Буба. Личевка вышла, но личевка не успела пропить все, что я хотел пропить. Блин. 5.80, непонятный лимит. Тут никого нет. Или выходи, давай выходи из лимита, хватит, Михаил. Раз, два... Давай, раз, два, три. Химера, гипос, погнали. Ну, пожалуйста, вот он. Ключевка побежала. Тут продаешь. Где там лич-то? Погнали, погнали, погнали. Я пытаюсь прорваться. Да, сейчас он будет взрываться. А, там Роди рядышком, бедолага. Бедолага Буба. Ну, быстренько его убиваем. Стараемся. Цель оправдывает средства. Давай-ка сразу Турину продадим. Буба ливает. Это у нас пятый Турин получается. А, будем ли мы пытаться убивать Роди? Не знаю. Как же я мажу по кнопкам? Капец. Он тоже орк, к сожалению. К сожалению, потому что... Потому что батки меня контрят. Но он очень слабенький здесь, как вы видите. Да, и он ливает. Они, видимо, очень активно сражались друг с дружкой. Прям на износ у них было все. Видите, даже он центральную базу не поставил. И герой тоже не очень высокого уровня. Возможно, Роди даже там воевал с двумя, поэтому был такой битый, прибитый. Смотрим дальше. Сейчас не останавливаемся. Все, пока есть лимит, пока есть возможность размениваться. Будем размениваться. Здесь тоже слабенький кипер. Грейды все сделаны? Не совсем, но там грейды уже на гиппогриф арчеров оставались. Личевка шестая, Death and Decay. Да, Frost Armor слишком много маны жрет. Герои просто прекрасны у меня. Стлич, Таурен, Алхимик. Он пытается гарк выстроить, видите, достраивает, но он не успеет, скорее всего. Рычим, не даем ему выстроить. А землей это не убить, потому что у нас есть Таурен. Погнали. Ну, погнали, погнали. Раз, два. Ну, Таурена, можно сюда, пожалуйста? Все, он тоже ливает довольно быстро. Давай-ка в центр, нам нужно сейчас с вами... А, медведя. Давай двух медведя, а то не хватает лечения явно. Исследование завершено. Может, пока коктейлю? Есть хорошая арба. Тебе понравится мой новый рецепт? В целом.
Хочешь что-нибудь взорвать? Не знаю. Цветок, наверное, возьмем. С дивана виднее, говорит, когда Майкер играет, на его базу никто не нападает. Он дерется почти всегда с одним, когда я играю, на меня всегда... Ну, потому что с дивана-то виднее. Добро пожаловать. Все-таки все перекупили. Семь химер. Ладно, погнали дальше. Упакован под горлышко и готов ко всему. Денег я очень мало, конечно, получаю из-за дикого апкипа, но в целом мы зато с вами получаем уровень героя. Главное не сидеть долго, вот просто ничего не делая с армией. Так, здесь Крео. Крео опасный. Кто еще остался? Степ, Крео, Джествол. Кстати, Крео-то он, скорее всего, самый опасный из оставшихся. И он орк, что немаловажно. Угу. Но у него, кажется, проблемы с экономикой тоже есть. Что? Тебе понравится мой новый рецепт? Тебе понравится мой новый рецепт? Хочешь что-нибудь взорвать? Упакован под горлышко и готов. Undead, ну, скорее всего, убитый. Здесь тоже база Крео должна быть теоретически. Да, Undead убитый. База Крео есть, хорошо. Очень много рабочих у него. Хочешь что-нибудь взорвать? Я начинаю потихонечку переводить. Он, скорее всего, сейчас строит баток в неимоверных количествах. Это тоже нормально, я вижу его базу. Он достраивает... нет, хэдхантеров, берсеркеров. Не, батки все равно есть, очень много баток. Неплохо. Все живы. Что-то я не то сделал. Нападает на меня другой еще там. Блейд падает. Питлорд битый. Блин, тут Just Walk. Да, если ты вышелся, потому что сейчас второй может напасть, а я не готов. То есть разменялся хорошо, убил двух героев, получил левелапы в большом количестве, но мне нужно думать уже о том, что делать, когда. Что делать, когда, например, сейчас эльф ко мне придет. Что против эльфа мне опять же нужно одно, против орка второе. Возникает вопрос, может, не стоит пока что лезть на орком, так как он может успеть отстроиться. Ну, а теперь, да, теперь Just Walk. Хочешь что-нибудь взорвать? Проси, тебе что понравится мой новый рецепт? Может, пока коктейлю? Хочешь что-нибудь взорвать? Упакован под горлышко и готов ко всему. Хочешь что-нибудь взорвать? Может, пока коктейлю? Кажется, на него напали. И мне кажется, что сейчас нужно как раз будет постараться эльфу не дать эту базу построить, а к орку пока не лезть. Сконцентрироваться на покупке артефактов. Сконцентрироваться на контроле баз. Может, пока коктейлю? Тебе понравится мой новый рецепт? Хочешь что-нибудь взорвать? Здание готово.
На сборе ресурсов с периферийных баз. Это, кажется, наиболее логичным вариантом. Ему не давать эти базы строить. Но пока выходить из лимита, мне кажется, вообще противопоказанным. Угу, конечно. Блин, ну что я так плохо-то играю-то здесь? Блин, успели Таурена забрать. Ну, я, ну, ладно, должен на этом уходить. Ну, очень плохо посражался, потому что был не готов к разменам. Ну и в целом у него герои хорошие. Мануэлы нужны. Он здесь уже. Теряю базу раз. Поклялся. Да, нужны периферийные, друзья. Хочешь что-нибудь взорвать? Нужна была еще, нужен был еще телепорт. Вроде в целом герои это хорошие, но сейчас, если я неудачно еще один раз-два посражаюсь, то потом меня точно ушатает орк. Просто ушатает орк. Смунвеллов не хватает. Надо их где-нибудь настроить. И надо кайтить, скорее всего. Надо разводить осидка третья нова. Стараться в лобешник не сражаться. То есть по героям-то я его обгоняю, но вот по... Если будет еще какая-то серия, ну, по крайней мере, мне кажется, двух хватит вполне. Раз. Хочешь что-нибудь? Посражаюсь неудачно, то все. Хочешь что-нибудь взорвать? Тебе понравится? Лучше сейчас аккуратненько не вылезать. Против двоих классически, особенно когда у тебя так немного ресурсов, вывести почти нереально. Поэтому надо делать ставку на что? Правильно, на героев, на предметы. И не лезть пока на всех. Ага, и он там сражается. Ну вот хорошо сейчас был он. Но он все равно свитками контрит меня, видите? Блин, что-то больно. Все равно. Кекс, ну зачем ты мне сейчас в личку во время игры ты пишешь, ну? Вообще ни к чему такие комментарии, типа зря там не смотришь матч, который параллельно идет. Что ты предлагаешь мне ливнуть, что ли? А, там шестой еще дредлорд. Вот почему я не уверенно, так скажем, вы сражение провожу воздушные. Пассивненько надо поиграть. Возможно, даже разделиться. Тебе понравится мой новый рецепт? Может, не дает он мне поставить базу. Здание готово. Тебе понравится мой новый рецепт? Кому чего намешать? Ауру какую-нибудь на мобильности еще. Ну, Таурен будет еще три. Опа, ё-моё. Почему я не продал сначала? Спокойно же окупался.
Да надо постоянно пытаться его разводить на свитки лечения. То есть использовать то, что у нас действительно хорошие герои для лейта. Здание готово. Тебе понравится сделать достойную защиту, попробовать отменить ему пару баз. Может, по коктейлю? Не торопись. Наш рудник истощен. Да, вот такие вот пироги. Тебе понравится мой новый рецепт? Упакован под горлышкой готовки. Death and Decay. Не уверен, что успею. Он телепортируется еще. Твоим услугам. Тебе понравится мой новый рецепт? Упакован под горлышкой готовка всему. Здание готово. Проси, что хочешь. Хочешь что-нибудь взорвать? Может, пока здание готово. Да, непросто. Может, пока здание коктейлю? Готово. Ай, Эр нажал случайно. Хочешь что-нибудь взорвать? Кому там орк развивается. Вот эти вот периферийные базы закрывает. Сейчас как намешаю. Тебе понравится мой новый рецепт. Но в целом за счет мануэлов, я полагаю, мы можем неплохо тут подержаться. Здание готово. Может, пока коктейлю? Хочешь что-нибудь взорвать? Но игра уже принимает такие неприятные обороты. То есть, может, как минимум два человека еще. Да, вот Just Walk и Creo, собственно, они остались. У меня ни одной центральной базы нет. Здание готово. Под горлышкой готов ко всему. Здание готово. Не торопи. Ничего полезного здесь нет. Ну, кроме субимаскина, это такое. Может, пока коктейлю? Ныряй и уклоняйся, кретин! Упакован под горлышко и готов ко всему. К твоему слугу. Хочешь что-нибудь взорвать? Так же Слог пошел еще в центре. Базу ставить. Так, хочешь что-нибудь взорвать? Судьбой. Сейчас как намешаю. Кому чего намешать? Жду. Все будет. Что все хочешь. Будет. К твоему слугу. Кому чего намешать? Здание готово. Намешаю! Наши войны или бой. Под горлышкой готов ко всему. Здание готово. Амулет маны может быть, но он резанный уже. Хочешь что-нибудь взорвать? Соответственно, сложнее. Вообще наверх виспы полетели, это меня смущает. Вполне вероятно, там уже что-то пилится. Тут пара виспов. Да, уже есть. Да. Что? Хочешь что-нибудь взорвать? Тебе понравится мой новый рецепт. Наш рудник почти истощен. Может, чем коктейлю? Тебе понравится мой новый рецепт. Хочешь что-нибудь взорвать? Упакован под корпушкой готовить. Здравствуй. Да будет так. Хорошо. То есть каждый раз, когда я с ним встречаюсь, минусую очень много всего, продаю и так далее. Здание готово. И он там пытается это свитками нейтрализовать. Короче, всегда размены в плюс. Кроме того, телепорты мы точно окупаем, так еще и убиваем там какое-то количество, ну там, виспов или там деревом. Но мне кажется, сейчас надо вот работать, прям вот харасить все три базы передо мной. По крайней мере, это помогает нам обезопасить периферийные базы. Дерево тут не совсем правильное. Упакован под горлышкой, готов ко всему. Может, пока коктейлю? Сейчас как... Плюс я орка не провоцирую. Приказывай. Ремника огненных зелий. Хочешь что-нибудь взорвать? Я поклялся служить Нерзу. Может, какой-то коктейлю? Не торопи! Сейчас что-нибудь взорвем! Приказывай! Не торопи! Приказывай! Тебе понравится мой дом? Видите, как хорошо. Правда, сейчас я продал мелкую дрядку. Кому чего намешать?
Но в целом работаем сейчас хорошо. Вот, а потом в определенный момент можно уже принять решение и пойти нормальной армии, но не сейчас. Believe me, пока рановато. Здание готово. Может, пока коктейлю? Может, пока коктейлю? Я поклялся. И к каждому следующему забегу у нас откатывается... Что прикажешь? Тебе понравится мой новый рецепт? Хочешь что-нибудь взорвать? Сейчас как намешаю! Причем надо было передать, конечно... Тебе понравится мой новый рецепт? Ну, личевку постоянно убивают, ей надо... Ну, надо этому став взять. Рунные браслеты нет. Заморозка неплохая, конечно, лечу, но... Может, и рунные даже ему лучше взять. Под горлышкой готов ко всему. Сейчас как намешаю! Так, ты вставай, иди сюда. Я пытаюсь... Не может, пока коктейлю? Тебе понравится мой новый рецепт? Здание готово. Будет! Упакован под горлышкой, готов ко всему. Но сейчас я бы вышел на него. Ну, потому что офигел он уже. Уже как бы очень... Очень нагло он действует, при том, что армии-то у него мало. Тебе понравится мой новый? Понравится. Будет. Может, погнали! Может, причем желательно не показывать пока что. Что у нас армия идет еще. Лучше сначала там потерроризировать его снова новый, когда он уже ворвется. Тебе понравится мой новый рецепт. Упакован под горлышкой, готов ко всему. Проси, что хочешь. Может, пока коктейлю? Я поклялся. Кому чего намешать? Сейчас как намешаю. Твоя воля исполнится. Вот, уже хорошо. Торин падает. Я 7 лимит только потерял. В целом хорошо, очень. И у нас есть, видите, способ какой-никакой довольно быстро подлечиться. Хочешь что-нибудь взорвать? Может, пока коктейлю? Упакован под горлышко и готов ко всему. Я готов. Плохо, что... Так, алхимику телепорт. Упакован под горлышко и готов ко всему. Проси, хочешь что-нибудь взорвать? Чем могу быть полезен? Убиваем спокойно, убиваем. Телепорт я просто не купил. Это минус безусловный. Упакован под горлышко и готов ко всему. Полетели дальше. Может, пока коктейлю? Наша рука почти истощена. И готов ко всему. Тебе понравится мой новый рецепт? Не торопи. Приказывай. Может, пока коктейлю? Проси, что хочешь. Скажи, что ли вы кому чего намешать? Есть минус два героя сразу. ГГ, отлично. Все, у меня остался только орк. С которым, правда, я не знаю, что делать, учитывая... Ну, хорошо, что он один. Не знаю, что делать, потому что там... Может быть, даже и в дряд надо свечиться. По-резкому. Плюс отличный, что... У нас, благодаря нормальному размену... Просто герои гораздо более выгодные. Может, по уровню. Просто по уровню герой лучше.
Зачем я сюда пришел? Доказывается, в шахте всего 518. Хочешь что-нибудь взорвать? Да, не серьезно. То есть гипосы тут не нужны. Как следствие, химеры тоже. То есть тут надо просто брать и делать дриад с МГ, получается. Заказывать дополнительные лорницы, чтобы быстрее реагировать. Но в целом мне как раз вот нужны только друады. И не потому что оболишь, а потому что... Ну, не знаю, все остальное просто взрывается экономикой. Хотя, возможно, у меня экономика-то будет не хуже, чем у него. Да, и вот он приходит, видите, какой у него лимит прекрасный. Может, пока к коктейлю? Поэтому убиваем гиппосов. Заказываем. Заказываем базу. Так свистнул носом. Ну и МГ, конечно же. То есть тут важным будет. Наш рудник истощен. Исследование завершено. Важно будет героями правильно пора. Правильно кайтить. Он успел отстроить там 4-5 баз. Периферийные собрал, я уверен. Больше, чем уверен. Ага, он уже здесь. Блин, это плохо, что в этой стране я ничего сделать не могу. Ну и в целом все. Получается, мы должны сейчас по-быстрому ушатать, ну, сделать так, чтобы у нас была возможность построить базы. 2-3 центральные. Здесь переходим так. Переводим сюда так. Ты сюда. Даже так, пожалуй. Нумеруем новые лорницы. Ну, с правильной стороны напал, как знал. Как знал. Вот, но в целом у него герои похуже. Микс, соответственно, тоже не очень толковый. Против дряда даже не знаю, что делать лучше. Сейчас не тороплюсь. Освобождаем все местечко под базы. Плечевка пусть с автокастом будет нам. Чтобы не отлететь от разводов каких-нибудь, лучше обезопасить себя как раз за счет предварительной установки базы. Ну и, наверное, дозаказать все-таки дриад. Есть еще одна отличная корона королей. Лечу, можно взять что-то полезное, типа серп. Хотя там нет магического урона, давай сюда. А вот он здесь. Раз, два, три. Тауренов покусить, это, конечно, очень странная вещь. Вроде он тут разваливается. Наша
Очень хороший герой. Очень хороший герой, плюс эльфы. Таких подгонов мне давно...